Так, приветствую всех, уважаемые подписчики, уважаемые друзья. Так, матч на 17 февраля, матч английской премьер-лиги Челси и МЮ. В последних матчах МЮ набрал довольно-таки неплохой ход. И в кубке выиграл 6-0 и не проиграл 3 матча. А Челси довольно-таки слабо играет в последних матчах и довольно-таки много пропускает или играет по нулям. По поводу составов, у Челси не сыграет Пулишич, основной нападающий. У МЮ не сыграет Рэшфорд и Погба. Но тем не менее, МЮ достаточно квалифицированные нападающие, чтобы забить хотя бы один гол. Поэтому я взял индивидуальный тотал МЮ 1 больше с кэфом 2.15 и общий тотал 2.5 за 1.9. Так, всем спасибо, всем удачи, всем пока и подписывайтесь на канал. Пока-пока.